совместное, созидательное священное действие воплощено в реальную действительность 26 сентября 2020 года. Читать ежедневно в 10 и в 19 часов по Москве. Можно вслух голосом, можно мыслью, душевным порывом, добровольно, только и исключительно во благо. Никакой обязаловки, только когда есть такая потребность и желание, и намерение. Но не сотворим сами наш мир, затворят иные. Батюшка, род, матушка, природа, родительница, наши светлые предки и все наши высшие ипостаси помогли нам очиститься, объединиться и просветиться. Земля-матушка предоставила помощь и восстановила справедливость для нас, разумных, добрых, светлых, живых душ, действующих по правде и во благо рода и народа, предоставила силы и средства осознанным для очищения нашего плана бытия от нечисти. Батюшка, воздух святый сотворяется отныне чистейший и ароматный, напоенный ароматами цветов и плодов. Батюшка, воздух каждым дуновением ветерка разгоняет морок на всем плане нашего бытия, сегодняшнего условного дня и до полной нашей перемоги. Матушка сыра водица помогла всем здравым, разумным, светлым душам, стремящимся к правде и справедливости, очиститься. Стала для нас водою живою, а для нечисти водою мертвою. Стала для нас потоком чистых знаний и истинного ведания, здравия и просветления. Батюшка, живой огонь, очищающий и согревающий, счистил пламенем своим всю мерзость с плана нашего бытия и выжег тварей дотла, а светлых одаривает своим теплом и бережет от напастей. Запретили всем миром осквернение святого огня подлыми поджогами лесов и тайги, дьявольские сжигания душ в рукотворных тварных пожарищах. Объявили вне кона тех, кто производил эту мерзость. Убрали с нашего плана бытия всех, кто был к этому причастен. Сестрица-матрица, наша помощница и союзница, сверхпродвинутая опорная биооснова, интегрирующая все и всех для ладного взаимодействия во благо развития и совершенствования разумного светлого общества, включилась с нами в сотворчество, очищает весь мир и сама очистилась. Провозгласили и утвердили три кона. Воля живой души – первый кон мироздания. Второй кон – на всей земле матушки установлено круголетие, безупречное состояние природы для свободного и ладного свития и совершенствования живых душ и общества. Третий кон – зло не имеет права на существование от слова «вообще». Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть. Сказано, сделано. По совести, по чести, во благо. Понедельник. Наши семьи укрепились. Род и весь народ пробудился. Русы осознались и объединились. Наши светлые предки пришли нам на помощь. Дети наши и их души защищены от пагубного чужеродного вражеского воздействия. Отныне и постоянно, по общему нашему велению, стали наши дети душами великие, разумом крепкие, с волей неодолимой, сокрушающие козни вражеские, избравшие путь справедливости, добра и света. Во всем мире начала действовать воспитательная и образовательная основа нового типа, растящая из наших детей благодетелей,
творцов, асов, богов, рожденных и созидающих на земле. Коны мироздания озвучены и приняты обществом. Восстановлен нравственный кон, уважение, забота и взаимопомощь всех светлых душ друг другу. Все блокировки, установленные в душе насильственным путем, сняты. И запрещены любые попытки установки новых. Все осознавшиеся души повышают свой иммунитет и становятся неуязвимы. Обман, вранье, ложь и кривда, любое сокрытие правды и увод в сторону не имеют права быть вообще. Химтрассы и прочие ширмы, завешивающие злодеяния, уничтожены. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть, сказано, сделано, по совести, по чести, во благо. Вторник. Взяли в свои руки управление материализацией продуктов здравого питания и созидания условий здравой жизни. Воплотили на нашем плане бытия, на всей Руси, для всех светлых душ, продукты питания и предметы первой необходимости в таких количествах, чтобы хватало всем: ягоды, фрукты, овощи, орехи, семечки и прочие дары природы. С широчайшим выбором сортов и видов стали доступны каждому в обилии, без затрат и усилий, постоянно. У каждой семьи появились настоящая скатерть-самобранка, рог изобилия и бестопливный генератор, неиссякаемый источник чистой энергии. Все источники вод, рек, озера, ручьи, криницы, колодцы, водоводы и водопроводы очищены и более загрязняться не будут. Повсюду живые души высадили свои священные рощи, сады и цветники. Развоплотили последствия неосознанных материализаций, перенаправили потоки от неосознанных с порабощенной волей в созидательное русло. Установили полный, всеобщий запрет на использование энергии неразумных во зло. Более никто не пытается нам противодействовать. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть. Сказано, сделано, по совести, по чести, во благо. Среда. Зиккурат обезврежен и отключен. Кощеева игла перепрограммирована. Отныне деятельность всех средств множественной информации направлена на позитив, добро, правду и справедливость. Отныне же все интернет-ресурсы распространяют здравомыслие и пропагандируют человека-творца, благодетеля, созидателя, исследователя, искателя правды, стремящегося к духовному и интеллектуальному самосовершенствованию. Все технические и аппаратные средства отныне и навсегда абсолютно безвредны для живых душ и живой природы. Программы настройки вырождения, откачки Гаваха и Живы отныне отключены. Их действие невозможно в нашем обновленном мире. Вышки беспроводной и спутниковой связи 5G, металлообнаружительные рамки в школах, вокзалах, магазинах и даже на улицах перепрофилированы для озонирования, ароматизации, очищения воздуха и оздоровления окружающих. Подмена смысла образов, слов и понятий, искажение и извращение фото, видео и графики, музыки и звукового сопровождения информации отныне невозможно. Каждая душа легко и естественно распознает обман и тянется к правде. Кривда становится в принципе невозможной. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна.
Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть. Сказано, сделано. По совести, по чести, во благо. Четверг. Копирайт запрещен. Доступ к любой информации, знаниям и веданию открыт полностью. Для всего общества отныне ясно видна дьявольская сущность денег и демонизм системы купли-продажи. Мы строим державу Русь с народным самоуправлением, народной владой и безденежным обществом. Влада – это когда все и все в ладу полном. На переходном этапе для всей Руси, для всего светлого разумного общества разрешен и реализован безусловный базовый доход. Электроэнергия, связь, водоснабжение, отопление, уголь, газ, транспорт и проезд отныне и навсегда предоставляются в лучшем виде и безоплатно. Отсутствует взимание любых коммунальных платежей, любые налоги, рэкет, вымогательство со стороны демонических, правительственных, банковских и иных бандитских структур. Оборваны все нити закулисных кукловодов. Морок растаял и испаряется. Путь развития душ чист, ясен и освещен. Откачка любых энергий с осознавшихся душ всевозможными телесными и бестелесными жизнесосами отныне и навсегда невозможна. Вредить человеку посредством электрических сетей и иных аппаратных средств отныне и навсегда строжайше запрещено. Стремительность и сияние потока светлых энергий повышено до недоступных и смертельных величин демонам, бесам, их рабам и прислужникам. Более невозможно запрещать, контролировать, умалчивать и уничтожать открытия, изобретения и технологии света. Ничто в нашем мире не может производиться некачественно, только и исключительно лучшие образцы технологий. Никакой хлам на очищенном плане нашего бытия нам не нужен. Мы воплотили и воплощаем все наши лучшие решения и все наши высокие намерения. Наша совместная воля тверда, необратимо и неизбежно. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть. Сказано, сделано. По совести, по чести, во благо. Пятница. Все светлые, разумные, осознанные души ускорились и ускоряются в своем движении к правде и свету. Начали практическое воплощение принципов справедливости. Наладили общение с нашими светлыми предками. Продолжаем совместные регулярные энергетические практики. Развиваем сотворчество, усиливаем взаимодействие мощной активной группы. Успешно овладеваем мощностями перетруживать зло и любой негатив на пользу и во здравие всего общества. Контролируем реку жизни и поток энергий. Взяли в свои руки управление круголетием на всей земле матушки. Мы утвердили совершенное безупречное состояние природы и естества и летнее настроение. Плюс 25 днем и плюс 18 градусов по Цельсию ночью. Шквальные ветра и стихийные бедствия под запретом. Легкий ветерок до полуметра в секунду, дождь тихий, спокойный и теплый, идет по ночам два раза в неделю, по просьбам и пожеланиям. Атмосферное давление постоянное, 740 мм ртутного столба. Влажность 60%. На всем плане бытия восстановили и удерживаем летнюю продолжительность светового дня. Запрещаем все пагубные деяния в отношении природы и естества в целом. Тотально запрещена безнадобная стрижка трав, вырубка и обрезка кустарников и деревьев нашего природного оберега.
Отключены и повсеместно запрещены установки холода, могильной сырости, морозы и прочие откачки жизненных потоков. Все здравые уразумели, зима явление неприродное, а была внедрена врагом человечества. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть, сказано, сделано, по совести, по чести, во благо. Суббота. Планетарный детский сад, главной задачей которого было определиться, что такое хорошо и что такое плохо, закрыт. Каждая живая душа прекрасно осознала простую истину. Зло не имеет права на существование от слова «вообще». Нами призваны все высшие силы для помощи нашей сестрице-матрице, и мы совместно переподключили, перенастроили всех человекоподобных мутантов, гибридов, химер, биороботов, нежить, нелюдь и людей на служение светлому человеческому сообществу и помощи естеству и природе. Под совместным сиянием живых светлых душ шабаш темных сил высох и рассыпался. Отныне невозможно неосознанное воздействие на любые природные процессы. Только и исключительно осознавшие светлые души, обладающие и проявляющие свою волю, имеют право и можности управлять материализацией на всей земле матушки. Установлен всеобщий запрет на сбор и обработку персональных данных. Строжайше запрещена пропаганда, производство и продажа всех наркотических и оболванивающих веществ, любого алкоголя. Распространители и производители исчезают из нашей реальности. Оболваненным дается последняя возможность для искреннего искроочищения. Абсолютный запрет любых форм людоедства и ритуальных жертвоприношений. Навсегда запрещена возможность качать гавах и живу с человека, живой воплощенной души и со всего человечества. Попытки присосаться и жизнесосить мгновенно уничтожают самого паразита. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть, сказано, сделано, по совести, по чести, во благо. Воскресенье. Мы, светлые души, объединились и получаем поддержку и мощь всех высших сил. Рода батюшки, матушки природы, наших светлых великих предков, земли матушки, матушки сырой водицы, батюшки святаго воздуха, батюшки огня очищающего, нашей сестрицы-матрицы, небесной сестрицы луны и братца месяца ясного, батюшки солнца, Ярилы Трисветлого, всех здравых и всех наших высших ипостасей для проведения священнодействий. Совместной волей проводим священнодеяние, сотворяем триумфальную арку, проходим сами и проводим всех здравых. Пройдя аркой триумфа, все живые просветляются, очищаются и сонастраиваются со своими высшими «Я» в единое целое. Объединив свои «Я», входим в резонанс друг с другом, усиливаемся, объединяем наши энергии, безупречно, совершенно очищаем план нашего бытия и заявляем в эфир о продолжении деятельности мощной активной группы. Совместно сотворяем священное деяние вокруг нашей священной рощи, вокруг наших жилищ и мест нашего проживания. Восстанавливаем и укрепляем защитные, обережные, многомерные энергетические сферы. Ни демоны, ни бесы, ни тела их прислужников не смогут проникнуть внутрь сфер или нанести вред извне. Попытки проникновения или привнесения любого зла караются немедленным полным уничтожением
Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Все озвученное выполняется незамедлительно и во здравие. Да так и есть. Сказано, сделано. По совести, по чести, во благо. Читать ежедневно в 10 и в 19 часов по Москве. Можно вслух голосом, можно мыслью, душевным порывом, добровольно, только и исключительно во благо. Никакой обязаловки, только когда есть такая потребность и желание, и намерение. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна. Наша совместная воля тверда, необратима и неизбежна.